Культурная столица финно-угорского мира на целый год переместится в Мариэл. Марийская деревня Шарунжа получила этот высокий статус на 2019 год. Об этом стало известно по итогам форума финно-угорских деревень, который прошел в Эстонии. В рамках форума объявили победителя международного конкурса названия культурной столицы финно-угорского мира. В финал вышли три населенных пункта – деревня Архангельская Коми-Пермяцкого округа Пермского края, венгерский город Зирц и деревня Шарунжа, что в Маркинском районе Мариэл. В итоге культурной столицей будущего года станет отдаленная Марийская деревня. Шарунжа – одно из самых древних поселений Марийского края. Люди поселились здесь еще в VI-VII веках нашей эры. А первое документальное свидетельство о Шарунже относится к 1763 году. В следующем году в рамках проекта «Культурная столица финно-угорского мира» в Шарунже пройдут события всероссийского и международного уровня. Официальная программа будет состоять как минимум из 12 мероприятий, участниками которых станут тысячи гостей. Крупнейшим событием года объявлен фестиваль финно-угорских свадебных обрядов «Сюан Пайрэм», который пройдет 12 июня. Проект поддержан Министерством культуры, печати и по делам национальности Республики Мариэл. Отмечу, что на сегодняшний день титул «Культурная столица финно-угорского мира» был присужден 5 деревням или городам, и населенный пункт из Мариэл вошел в этот список впервые. Более подробно о деревне Шарунжа, ее прошлом, о настоящем и будущем мы расскажем в ближайших выпусках новостей на нашем телеканале.